Сегодня кадастровый инженер – это и геодезист, и оценщик, и юрист. В его работе необходима точность, особенно в спорных ситуациях, которые нередко возникают между соседями. Все ошибки, сделанные такими специалистами, учитываются и могут привести к отзыву лицензии, а также к крупным штрафам. Кадастровый инженер может быть индивидуальным предпринимателем или сотрудником компании. Цель данных встреч, чтобы с первого раза гражданин получал результат по договору подряда, который был заключен с кадастровым инженером. Поскольку бывают случаи, когда по 5, по 6, по 10 раз получают граждане приостановки. И все из-за каких-то мелких, банальных ошибок, опечаток кадастровых инженеров. Над этим постоянно работаем. Встреча у нас будет в этом году запланирована через каждые 2 недели в разных кустах Краснодарского края. Поэтому ведется работа по повышению качества оказываемых услуг инженерами.